Живе Беларусь, слава белорусскому герою Андрею Зельцеву, который боролся за демократические ценности в Беларуси и отдал свою жизнь за свободную Беларусь. Вот появилась информация, что лифтмаш Могилевский, Могилев лифтмаш, отправляет всех своих сотрудников, ну, по крайней мере, пишется, что большую часть сотрудников в отпуск за свой счет, так как работы нет. Фактически предприятие находится в огромном кризисе. Допустим, даже если завтра будет какой-то заказ небольшой, это не спасает фактически ситуацию. Я считаю, что тот, что режим Лукашенко доводит ситуацию до такого вот кризиса, все-таки власть должна или модернизировать производство, все-таки большая часть продукции и шла на страны СНГ. Нужно как-то модернизировать, чтобы выходить на Европейский Союз. Но тут проблема. Лукашенко довел страну до того, что ЕС вводит против него санкции за то, что Лукашенко диктатор-узурпатор. И я считаю, что фактически Могилев лифтмаш на грани катастрофы. Люди на грани безработицы полнейшей. Не знаю, чем это закончится. Хотел бы пожелать работникам лифтмаша сил, терпения, и чтоб ему улыбнулась удача, и они вышли с этой ситуации.